Мариса Костелли и Симон Шнапер. Как раз, когда Армин Махбанузаде катал свою программу под «Аватар», я не мог вспомнить, у кого же еще в этом сезоне была музыка из «Аватара» Камероновского. Так вот она здесь. Композитор Джеймс Хорнер, известнейший. Эти спортсмены были четвертыми на «Скейт Кеннеда». А здесь даже не могут обогнать Столбову с Климовым, которых не жалуют судьи.
Мариса Костелли и Симон Шнапер. Ну что ж, если бы не Сальхов и падение с выброса 3,5 оборота, то было бы совсем хорошо. А так, даже падение с 3,5 оборотов принесет им большое количество баллов. Потому что это 3,5 оборота. Выброс Кауфман. Hi everybody at home. Colonial and Boston, obviously. Everybody over at Free to Be. Thank you, Skate America. We had an awesome time. И вовсе незачем так кричать. Stage right. В массе своей все элементы прошли чисто. Начиная с чистенькой подкрутки. Затем после поддержки они пошли на сальхов довольно-таки быстро. И оба ошиблись в нем, каждый по-разному. Потом еще два двойных сделали прыжка, там уже чисто. Ну и выброс 3,5 оборота. Я не знаю, почему нам не показывают повторы. Теперь кто-то о чем-то задумался. Не очень синхронно вращались спортсмены. Вот это, кстати, была еще одна из помарок. В совместном вращении позы были сложные. У партнерши в основном. У партнера не очень интересно, честно говоря. Вот как аккуратно нужно ставить свою партнершу на лед. Ну, давайте посмотрим. Выброс. И раз, два, три. Пам. На две ноги. Да еще и... Ну, факт, это не падение. Ну, серьезная ошибка. И Сальхов тут уже с запасом легко. 3,5 оборота, конечно, это сложная история. Но она приземлила 3,5 оборота на ход назад. Значит, его должны засчитать. И баллы за него должны быть больше, чем за чисто выполненный Сальхов. Тройной. Легко и аккуратно обращается партнер с партнершей на поддержках. Заключительная поддержка прошла очень спокойно. Такой еще спокойный, логичный спуск у них был. Сделали шажок вперед по сравнению с предыдущим турниром. И у них лучший результат.